Аккуратней, блин. Ну там ты. Фёдор. Молодец. Компьютерной группы. После третьего рубежа выбыл номер 7. Кутлужин Ильдар выбывает после третьей стрельбы номер 7. Рубежа. Внимание зрителей, участников соревнований. Происходит финиш. Азанов Антон, номер 3. Победитель. Ура! Молодцы! Бортом одиночества. А за ним его преследуют на расстоянии 50 метров. И идет отчаянный. Давай. Максимова Дмитрия Юрочкина Михайлова. Представители Республики Башкортостан. Давай. Финишировавших участников соревнований.
в зоне финиша. Внимание финиширующих участников соревнований, мужчин, просьба сдать на группу. Attention participants of fight. Ну расскажи, вот 8 стрел на 4 мишени, в чем была трудность? Ну трудность заключается в том, что здесь маленький подвох есть, ну психологический. Обычно мы стреляем по 4 стрелы, и вот когда стреляем 8, ну вот это нововведение, оно дает больше уверенности, что ты попадешь, и ну и это оказывается только хуже. Понятно. То есть ты вроде держался до третьей стрельбы, получается, сейчас, да, до третьей стрельбы ты выпустил последнюю восьмую стрелу. Или как там? Нет, сейчас у нас в финале было по 4 стрелы, и мы должны были один блин закрыть 4 стрелами. А. И вот на третьем рубеже и мы. То есть у вас не было дополнительных стрел? Нет, только в квалификации. Как сегодня стрельба была? Расскажи, пожалуйста. Это новый формат. Со стрельбой сегодня справился. Конечно, на колени стрельнул со второй. Ну, засуетился маленько, скорость была бешеная. Ну, так, в общем, нормально все. А как тебе кажется, почему сегодня очень многие спортсмены оказались, ну-ка, дисквалифицированы из-за непопадания? Я думаю, что из-за неправильной подхода со стрельбы, может быть, не мешались, там, неправильно проходили дистанции. Все, сегодня считается сегодня. ルールが分かってなくてちょっとあの間違えちゃったんですけどタイムロスがあってただまあこのルール自体は楽しくて本当日本でもやっていきたいなと思います